Всем привет, с вами Вульф, и сегодня в Меломании вторая часть истории о death metal группе Death. Что же группа Death? Это музыка, которая объединяла и объединяет. Объединяет в разном возрастном контексте, денежном и культурном обладании, музыкальном пристрастии, интересами и непохожими друг на друга укладами жизни. К тому же, несмотря на название и саму потерю главной составляющей банды, ядра, мозга, сердца, нужное, подчеркните сами, вокалиста, гитариста и создателя коллектива Чака Шульдинера, дело группы Death до сих пор несет в себе жизнь и процветание. Не только оставаясь одним из лучших случаев, что было когда-то в мире металла, но и продолжая спустя уже кучу времени с выхода последнего их альбома нести уникальность своего неповторимого стиля, оставаясь при этом, как и в ранние свои годы, неисчерпаемым источником вдохновения для нового уже поколения. Более того, Death всегда извергали дух вечного движения и были настолько впереди, что другие схожие по сравнению с ними команды невольно оставались в роли догоняющих, копирующих и использующих их накопленный опыт и развитие, исповедующих, так сказать, игру как наверстывание упущенного. Каждый альбом Чака и Ко, будь то первый обжигающий Scream Bloody Gore, великолепный третий лонгплей Spiritual Healing, несущий в себе тот самый материал, который и должен быть идеальным для метрической музыки, или, как в свое время, модерновый Human 91 года, техническое исполнение которого было настолько новаторским и неожиданным, что немногие потом могли найти ту самую главную грань сложной геометрической фигуры, задуманной, а потом и воспроизведенной Шульдинером его группой во времена, когда death metal еще был тем самым дэтом, простым, убойным, максимально тяжелым и мощным метал-движением. Individual Fat Patterns 93 года еще больше уводил смертельный металл в другие измерения, сталкивая его с новым уже на тот момент проявлением хэви-металла, с уклоном в инструментальную часть, наделенную множеством гитарных отступлений и структур, со всей соответствующей тому атмосферой. Я не буду долго оставаться на этом великолепном альбоме, тем более есть видео на канале, посвященное лучшим дет-релизам 93 года, где этот диск как раз и освещен. Кому интересно, ссылочка на него будет в описании. Скажу одно, Individual Fat Patterns для меня это один из самых любимых у Death, которым явно все правильно сложилось, где смертельный и хэви метал на общей почве из техничности и прогрессива взрастили гибрид музыкального тяжелого совершенства. Совершенство, которое продолжилось и дальше. Хотя стоит заметить, оно в принципе никогда и не кончалось. Следующий шестой альбом под названием Symbolic стал новой вехой в истории смерти, ознаменовав собой более выраженный период от предыдущих миксовых Human и Individual Fat Patterns чистому прогрессив death металлическому пространству, которое на этой пластинке, хотя и оставалось технически выраженным, инструментально сложным, но вступало в духу виртуозных классных истинно металлических рифов, мрачной атмосфере, плотной аранжировке и отлично задуманному, так прекрасно воссозданному на двух предыдущих лонгплеях музыкальному темпу. Начиная с, наверное, из одних самых вкусных аккордов в металле, Чак и Ко на Symbolic сразу же показывают ориентир на явно дружелюбное отношение к слушателю, не обременяя того сильно уж замысловатыми структурами и гармониями, но постепенно от песни к песне, завлекая его в невидимые сети металл и прогрессива, откуда тому уже и не выбраться. Музыка Symbolic обволакивает, окутывает, завлекает знакомыми уже интонациями, кидает от крайности к крайности и снова успокаивает, не давая уставать от прогрессивных сложных элементов, подавая их в явно правильных пропорциях. В конце концов, доводя беспорядок музыкальных идей и концепций в одноцельное многослойное произведение. И хотя я сам не считаю диск 1995 года лучшим дискографии Death, но отлично понимаю тех, для кого Symbolic стоит не только на первом месте, попадая в ряды идеалов шедевра, но и остается той самой могучей вершиной всего творчества известного американского коллектива.
И действительно, этот лонгплей очень даже хорош. Не так, как тот же Individual Fat Patterns, где все-таки, как по мне, более выражены, неожиданные, отлично подогнанные по размеру связи в виде джаза, хэви, дета и трэш-прогрессива. При этом еще и восхитительно вместе звучащие. И не так вставляет, как тот же Spiritual Healing, который был в свое время именно настоящим детовым шедевром со всеми этими тягучими жужжащими рифами, исполненными в классически среднетемповом тяжеленном марше. Но и он по-своему гениален. Так что, как говорится, каждому свое. Многие, например, тот же Human считают также лучшим. Что же доказывает, что Def не было и нет просто плохих дисков. И каждый по-своему прекрасен и уникален. Хотя нет, как раз последний альбом The Sound of the Perseverance 1998 года получился не таким уж и уникальным. Это и о том, что эта пластинка почти полностью повторяет концепцию предыдущей со всеми этими ранее уже звучащими прогрессив death metal штучками, но только разве что это более что ли продвинуто, развернуто и открыто. К тому же, помимо той же не особой оригинальности, последний диск Шульдинера и Ко все равно демонстрирует недюжую талантливость и техничность, так зарекомендовавшую себя уже на многих лонгплеях команду. Нет, музыка все так же отлично разбавлена как брутальностью, так и мелодичным подходом. Но все это как-то очень сильно отдает разными, как по мне, ненужными, излишне душевными переходами и эмоциями, неоклассическими явно неподходящими соло в стиле а-ля Фридман, и где-то, хотя и атмосферными, но не шибко так сильно полезными проигрышами. The Sound с трудом держит контроль, пытаясь в одно время быть то непредсказуемым, то наоборот открытым и понятным, навязывая слушателю постоянную череду из разнообразных рифов и соло. Но это у него, как по мне, не сильно-то и получается. Во всяком случае, я постоянно терялся в этом лабиринте, казалось бы, огромного многообразия, но так и не понял, или можно так сказать, не смог наладить связь, которая хотя и постоянно возникала, но уже к следующей песне просто исчезала, ничего так и не оставляя за собой, как в душе, так и в памяти. В общем, какой-то неоднозначный диск получился у Чака, и на этом можно было бы уже и закончить, если бы не его новый проект под названием Control Denied. Надо отметить, еще после выхода Symbolic Шульдинер подумывал уже закрыть свою основную группу и начать делать что-нибудь новое. Что это было? Разочарование музыкальной индустрии, своей группе Def, еще что-нибудь, кто его знает? Одно только было известно, ему не хотелось больше петь. Поэтому и была создана новая банда под названием Control Denied, где он уже только сосредоточился сочинительством и игре на гитаре, пригласив к микрофону некого Тима Аймара, когда-то участника таких малоизвестных групп, как Psycho Scream и Triple X. Что ж, со своими замысловатыми песнями, представляющие себя уже не Dead, а самый настоящий heavy power metal нового поколения с изрядной долей прогрессива, Чак вступил в новую эру своей металлической карьеры. Альбом не заставил себя долго ждать, и спустя год после выхода The Sound of the Perseverance, раньше выпустить лонгплей Чак никак не мог, связывали цепи контракта, и получив название The Fragile Art of Existence, диск появился в продаже. То ж, как по мне, лонгплей оказался очень даже неплох. Во всяком случае, это без сомнения одна из лучших работ Чака и компании. Ведь кроме Шульдинера, в группе ведь было еще два участника Def. Барабанщик Ричард Кристи и басист Стив Ди Джорджио. Это тот самый релиз, в котором достаточно многих всяких там сложных и технических деталей, включающих в себя как изумительную, наверное, лучшую басовую игру Ди Джорджио, великолепную взаимосвязь двух гитар, издающих в некоторых местах просто изумительное соло, как всегда классную подачу барабанов от Ричарда Кристи, так и профессиональный точный вокал, хотя признать поначалу он мне не сильно-то и зашел, но при повторном прослушивании все стало на свои места, Тима Аймара. Что интересно, хотя этот альбом и находится в рамках Power Progressive Metal, но звучит он очень даже похоже на Def, и это слышно во всем, как в подаче гитарных структур и гармоний, которые получаются только у Чака, так и в преподносимой им самим или его бандой
этой особой атмосферы, холодной, твердой и непрошибаемой. К сожалению, название альбома оказалось и ужасно пророческим. В 1999 году, когда и был выпущен дебют, Чаку Шульдинеру был поставлен диагноз «рак ствола мозга». Он не отчаялся и решил с этим бороться. Были собраны деньги, пройден этап лечения. Одно время он даже пошел на поправку и стал уже думать о выходе второго альбома «С Control Denied», но в 2001 году случился рецидив. Металлическое сообщество и тогда снова сплотилось. Как, например, 11 августа в поддержку средств сыграл концерт Trash of Titans. Или как те же, как Korn, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers продавали свои вещи на аукционах, переводя впоследствии деньги от выручки на медицинские счета. Но все оказалось напрасно. 13 декабря этого же 2001 года Чак Шульдинер умер. Ему было всего лишь 34, но сражался до конца. Как сражался, когда, несмотря на проблемы с семьей и составами, продолжал выпускать отличные металлические произведения. Так что заменить таких как Чак в мире музыки просто невозможно. Это тот случай, когда без такого столпа группа не может попросту продолжать свою дальнейшую карьеру. Примеры Нирвана, Дио и Куин. К тому же он был просто не способен играть самые простые и легкие рифы и закончить то, что даже осталось от второго альбома Control Denied в виде демок, никому, я думаю, уже невозможно. Нельзя просто сыграть и думать, что так именно хотел сам Чак. Но даже и без этого Шульдинер и его группа Death оставила звездное наследие, и 8 альбомов, которые он выпустил за свою жизнь, были личной его эволюцией, которая сейчас отражает уже и собственную эволюцию металла, да так, что его наследие можно услышать до сих пор почти что каждой уважающей себя дэтовой группе. Так что крестный отец смертельного металла еще долго останется в мировом роке важным, влиятельным, как раньше. Так же, как и останется в наших сердцах его неповторимая и яркая музыка. Ну а на этом у меня пока все. А с вами был, как всегда, Вульф, и до новых видео меломании. Всем пока!